Добрый-добрый день, дорогие зрители и гости канала. Вы на канале Волчица, меня зовут Кая. И сегодня ваша любимая рубрика, ну, многих зрителей любимая рубрика «Распаковка». Ой, ходили сегодня с утра к врачу, сейчас в конце видео расскажу. Сейчас покажу, что мы купили. Столько планов на эту неделю, кстати, всех с понедельником. И вчера был День матери, всех поздравляю с этим праздником. Всех матерей с Днем матери. И, конечно же, и мою любимую мамусик. Так, купили мы лимоны. Ездили мы к врачу, ой, у нас громко эти сирены, еще на улице ремонт делают, короче, громко. Ездили в Интермаркет, после врача поехали в Интермаркет, он там недалеко. В Интермаркете купили лимоны, пачку семечек, тамбовский волк тебе, товарищ, такие семечки. 3 евро вот эта пачка, 400-граммовая. Так, купили морковку, сегодня буду варить борщ. А завтра буду квасить капусту. Буду делать квашеную капусту. На видео тоже запишу, с вами поделюсь. Так, морковки много купили на борщ и на квашение. Кстати, хочу квасить капусту в том, в той посуде, что, ну, у меня керамическая, потому что у меня этих 3-литровых банок нету, а в чем-то надо ее квасить. Хочу вот в той кастрюле, я думаю, видели на прошлых видео. Оно не кастрюля, он такой, как супница, но не супница. Ну, короче, я думаю, для квашения капусты то, что надо. Так, яблочки купили, такие хорошие, ароматные. Евро 50 килограмм, очень хорошие яблоки. В среду, послезавтра еду в больницу, отвезу Стасику яблочки, семечки. Ой, у меня сегодня волос так торчит. Не знаю, никак не укладывается. И расчесывала, и выпрямляла. Надо уже идти стричься. Надо делать, ну, к Новому году что-то придумаю на голове. Посмотрим. И сегодня буду готовить сочный, мощный, вкусный борщ. Купили ребрышки. Мясные такие, хорошие ребра, свиные. А сколько тут штук? 2, 4, 2, 6, 7 штук. 6,99 килограмм, тут кило 600. Кило 600. Для борща отлично. Такие ребрышки для борщика отлично. Так, их сразу надо в холодильник. Сейчас положу в холодильник. Так. Очень хочется. Вот, кстати, пишут в комментариях, гречка борщ, гречка борщ. Мы, славяне, мы любим такую простую, но вкусную еду. Я еще очень люблю, и мама тоже любит, и Стасик любит, и грузинскую кухню, и итальянскую, эту пиццу итальянскую. Но итальянскую пиццу я делаю, чуть-чуть поменяла рецепт, делаю по-своему. Я не люблю, конечно, в Италии пицца очень вкусная, я знаю, но я немного изменила. Я люблю, чтобы пицца была сочная, мощная такая. И, кстати, вот это тесто, что я делала, это не итальянский рецепт, это мне тоже посоветовали знакомые, повар знакомый мне посоветовала этот рецепт теста. Многим подписчикам, зрителям он понравился, когда я выставила этот рецепт теста, многие были в восторге, и я знаю, зрители готовили по этому рецепту, и тесто отличное. Так, буханочка хлеба черного, 2,50 черный хлеб. Так, купила гвоздику. Гвоздика дорогая, 4 евро такая пачка. Тут у нас 35 грамм. 4 евро. Это в Реве. В Реве заехала, купила гвоздику и черный перец, горошек для квашения капусты. Кстати, ну, завтра посмотрите. Завтра или послезавтра выложу видео капусты. Скорее всего, послезавтра. Завтра буду весь процесс снимать. А может, и завтра выложу. Честно, не знаю. Постараюсь выложить завтра. Так. И, кстати, подписывайтесь на канал. Все, кто подписался, огромное всем спасибо. Новым зрителям тоже. Если кулинарные видео на канале тоже есть, можете посмотреть.
Паночку майонеза, кстати, одна зрительница тоже, она, кстати, тоже блогер, ведет свой канал, мне в личку посоветовала майонез в Кауфланде. Евро с чем-то стоит, в таких паночках, в холодильниках. Как я поняла, это с натурального желтка тут майонез. Я в Кауфланде не была, вот это в Реве и в Интермаркет поехали. Ну, купила для борща обычный майонез в Реве. Такой майонезик купила. Так. И, конечно же, для борща помидоры. Помидоры подорожали, 80 килограмм, дорогие помидоры. Ну вот выбрала, кстати, и выбора не было. То зеленые, то твердые, такие спеленькие. Немного выбрала на борщ. Потому что я уже говорила, борщ красный я люблю со свежих помидор. Лучок, 3 луковицы. Евро с копейками тоже вот эта сеточка с 3 луковиц стоит. Так. И, конечно же, для борща это очень важно. Это красный сладкий перец. 4 перца. Тоже перец 3,99, 4 евро кило стоит. Но без перца борщ не такой. Я люблю с перчиком. Свекла подешевела, евро 19 килограмм. Тоже свеклы я ложу много, и главное в борще ее не перетушить. Потому что если ее переготовить, невозможно видео снимать, на улице шумно. Извините за шум. Если свеклу перетушить, то цвет она потеряет свой. Чтобы был насыщенный хороший цвет, свеклу надо не сильно переготавливать. Это я никого не учу, это мой совет просто. И 3 кочана капусты. Капуста 89 центов в Реве. 3 кочана. Тут и на борщ хватит, и на соленье. Буду квасить капусту. Очень люблю квашеную капусту. Я обещала, кстати, зрителям. Писали мне тоже насчет квашеной капусты. Так что рецептом поделюсь, как я ее квашу. У меня всегда капусточка получается хрустящая, сочная. Я, кстати, грамм уксуса туда не добавляю. Ну, посмотрите. Своими секретами, может, какими-то поделюсь. Квасить капусту меня научила мама. Так что сейчас буду готовить борщ и буду квасить капусту. Завтра буду квасить капусту. У нас сегодня облачно, но дождя нету. С этим волосом это ужас, конечно. Дождя нету, снега тоже нету. Смотрела прогноз погоды, вроде будет ночью снег у нас. Посмотрим завтра. Завтра, если снег будет, я с вами поделюсь. Но пока облачно. Облачно, так морозится, ночью минус 3, днем то плюс 2. Такая у нас погодка. Сегодня в 9 утра ходили к семейному доктору. Очередь огромная. Хотели на термин записаться. Термин аж на следующий год. В этом году мест нету. В живой очереди остались. И 3 часа сидели в живой очереди. Очень долго, конечно. Ну, дождались. И вот это поехали в Интермаркет оттуда. И потом я съездила сама уже в Реве. И докупила то, что там не купили. А, еще что я не показала, картошку. Сейчас напишите, что картошки много едим. А куда ж мы без картошки? Вот еще сетку картошки 5 с копейками тоже. Так, тут 5,5 кило или 5, не знаю даже. Сетку картошки купили, но без картошки никуда. И в обед, и пожарить, и туда, и сюда. Я вообще, я люблю славянскую кухню, и грузинскую кухню люблю, я уже говорила. И картошка во всех блюдах присутствует, даже в салатах во многих. Картошку мы едим и любим. Вчера была у Стасика в больнице, он состояние нормальное у него, хорошее. Договорилась с врачом, вчера врач на удивление был, вчера воскресенье было, но его врач был, говорила с врачом, говорит, все good, все хорошо. Врач русскоязычный, так что мне с ним общаться легко. И договорились, что в среду приду и на 2 часа его выпустят погулять со мной, потому что он в больнице уже устал, хочет погулять. Они сказали, без проблем, может выписать, ну, на 2 часа выйти погулять со мной только. Вот так как-то съездила. Сегодня с мамой тоже ходили к врачу, все очень долго.
Очень-очень долго. Вот это, кстати, кто говорил с курса языка, я когда ходила на курсы в том году, я в неделю, у нас пятидневка была, 5 дней в неделю курсы, но из них я пару дней в неделю только их посещала, потому что постоянные термины, постоянные встречи, постоянная беготня. И, разумеется, я на законных основаниях пропускала курсы. Я приносила всегда, если термин, так я приносила справку. Если куда-то мне надо было, я приносила справку. Я на законных основаниях их не посещала. И мне даже в ЧОП-центре сказали, у вас мама на руках, какие могут быть курсы и о какой работе может быть в данном случае речь. Потому что ни сиделку, никакого соцработника они выделить не могут. И так что, кто пишет пред в комментариях, еще такой пред пишут, что типа в Украине войны нет, есть спокойные регионы, спокойных регионов нигде нет. Если люди не были и не знают, это только человек может написать, который не был в Украине. Только такое может написать. Моей маме 72 года, я с ней не могу поехать в ту страну. Я бы сама с удовольствием повернулась. Хоть сегодня бы уехала, я могу и в подвал спуститься, быстро собраться и спуститься в подвал. Там всего 2 минуты дается, чтобы спуститься в подвал. Я-то успею. В ее возрасте после операции это просто нереально. Даже если бы можно было уехать, если бы какой-то регион был спокойный, это все равно нереально. Потому что сегодня он спокойный, завтра он неспокойный. Так что судите сами, делайте свои выводы. Ну, я думаю, если адекватный человек, он сделает адекватный вывод. Придет к адекватному выводу. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за то, что остаетесь со мной. Всем хорошего настроения, легкого понедельника. Хорошей недели всем. Огромное-огромное всем спасибо адекватным зрителям. Я вас люблю, я вас уважаю и я вас ценю. Вы у меня умнички. А кто еще не подписан, подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки. Это бесплатная функция, это каждый может зайти и поставить лайк. Особенно, если вам понравилось видео. Так что всем до скорой встречи, будем квасить с вами капусту.